Всем привет, мои хорошие, и с вами я, Светлана Алтава. И мы едем на фазенду Кали. Решили сегодня, потому что так решили. Может, даже там останемся, если мне понравится. Посмотрим, как будет. Кали выглядывает. Мои хорошие, посмотрите, куда мы приехали. А я ж вот здесь кладбище, они мне не разрешили, представляете, снять вот такие нехорошие у меня мужчинки. Вот такая красота. Посмотрите, море рядом. Аж Кембини меня ждет, а я снимаю. Здесь, знаете, столько исторических мест. Какая красота! Я прямо, у меня глаза разбежались. Все сниму вам обязательно. Сейчас идем, мы направляемся на фазенду. Али говорит, что это все его родственника, вот эти земли. Представляете? Сады. Но почему-то я смотрю, что очень темно. Ой, погода сегодня не солнечная, но не холодно. Друзья мои хорошие, вот мы зашли, там была такая калитка. Я в шоке от того, что все здесь заброшено. Смотрите, вот такой кактус, этот дракон здесь растет. Лимоны, этих оливок куча черных. Вы представляете? Не знаю, зашли в какой-то дом. Пришли мы, не пришли. Вот такой дом. Домик, ничего. Прямо вот возле дороги, вы представляете? Он говорит, что здесь никто не живет, но я не знаю, меня бросили, вот они вперед пошли. Вот это все его сад. Посмотрите, вот это все его сад. И никто не смотрит, не собирает это все. Портится, земля дает. Ашким без гельдык? А, вот это его. Ашким. Беншоктаим. Кьюзель. Красиво. Я думала, у них какая-то деревня. Кой диорсут букёйму. Бучок и эф. Они говорили в деревне. Я подумала, какая-то хижина. Посмотрите, какой дом, блин. Вилла целая. И вот посмотрим мы дальше, что и как. Все заброшено. Это для собаки даже есть. Вот такой вот, видите, лимон и все. Это дерево вообще надо срубить. Оно все испорченное. Вот мы соберем сумки. Ай, мало сумок взяли. Я-то не думала, не представляла. Это, представляете, все надо ухаживать, все за этим. Посмотрю, что там дальше. Вот Али идет. Шок тайм Али. Возмушхеп. Агачлар. Контроль опаклят, бакмаклязин. Посмотрите. Говорит, нет, некому смотреть. Я говорю, я в шоке от того, что здесь не смотрят. А он говорит, некому смотреть. Вы представляете? Сюда летом мы с мужем приедем отдыхать, блин. Посмотрите, как красиво. Мандаринки такие маленькие здесь. И орехи. Все, короче, друзья мои, есть. Сейчас я такой обзор сделаю. И цветочки есть, как у меня. Видите, здесь заброшенная фазенда называется. Пальмы, все это надо, представляете? Шишки. Елка, даже елка. Представляете, елка здесь, Мерсини, я не видела еще ели. Шишки какие. Обалдеть, кедровые шишки. Кедровые это, кажется, или какие? Смотрите, я в Мерсине такое дерево не видела. Вот это дерево тоже надо срубить вообще. Вот.
И это сколько дров, представляете? Все испортились, а лимонов дофига. Такая у него фазенда. Заброшенная фазенда. А там вдоль дороги это его маслины, представляете? Сколько масла можно сделать вообще? Сколько масла можно? Сколько вообще засолить? Это если этот бизнес взять в руки, будет хороший прирост капитала. Прирост капитала. Я уже со своего Global Intergold. Ладно, знаете что? Сейчас зайду внутрь дома, посмотрю, что там внутри. Я вместе с вами захожу и смотрю, что здесь творится. Вот мне сказали, что сюда приезжают родственники и уезжают. Вот смотрите, приличная туалет и ванна. Конечно, посмотрите, какой, какая вилочка, да? Телевизор есть, много тапочек есть. А? Вот и холодильник даже есть. И вода, и вода. Сует морда. Видите? Конечно, и машинка стиральная есть. Все есть здесь. Жить запросто можно. Вы видите? Вот одна спальня. Телевизор есть везде. Даже и кондиционер. Понимаете, все условия здесь есть для жития. Но почему столько бутылок? Балкон даже есть. А? Балкон есть. Так, а вот вторая комната. Нормальная кровать. Тут детская вроде бы что-то. Знаю, кто здесь жил. Но сейчас никто, никого здесь нет. Вот. И пылесос, все, короче, есть. Вот такой вид. Посмотрите, вид на море. Летом здесь вообще супер будет. Вот это все заброшенное, никому не нужно ни маслины, ни оливки, ни гранаты. Вот через дорогу море. Как классно здесь летом, друзья мои. Вот ее в шоке. Так. Вот так вот здесь все. Все есть. И машинка даже. У меня нету. Была шик Макинесси. Бурдовар. Вот. Посудомоечная. Все, все здесь есть. Я не знаю, как здесь отапливается. Вот и газовый баллон есть. И продукты кое-какие есть. Ну, конечно, беспорядок. Не знаю, почему так здесь. А ну-ка, пойду на второй этаж. Второй этаж. Очень интересно, что там на втором этаже. Али Бурда. А? Али Нердесен. Заходим, значит, поднимаемся на крышу. Что здесь такое? Я вам несколько раз говорила в своих видео, что у многих от солнечной энергии обогревают воду и все. Вот посмотрите, какие это батареи солнечные. Вы видите? Нагреваются. И все здесь как-то подключено. А, слышите, вода. Вот такие баки. И вот от этого теплая вода идет, горячая. Это у каждого есть. Вот такая вот крыша, посмотрите, большая. Там еще батареи. Так, посмотрим, что дальше. Виноград. Вот. А это самое красивое.
увидите. Вот там вот исторические места. Вы видите, мои хорошие. Туда мы пойдем обязательно попозже. Аяш. Это территория Аяша. У меня один был фильм, где я вам показывала. Смотрите, море красиво, где мы ездили на пляж, но он впереди. А там, сейчас я покажу, все покажу вам, друзья мои, мне так нравится здесь. Видите, везде растительная система, везде проведена вода. То есть сейчас, в данный момент, хозяина нет, но посмотрите, столько оливок. Это все его территория. Вот так вот. Очень интересно, вот какие-то здесь заборы, но они древние, не древние. А там мы потом увидим, все, пойдем. Ну, а это? Посмотрите, какая красота. Вы видите, бухта такая красивая. Там, по-моему, тоже что-то историческое. Посмотрите, какая красота, друзья мои. Это Аяш. А вот там дальше, видите, мы были на море. И вот там у него в саду, вы видите, прямо в саду историческая. Раскопки или что это? Вот это да! Вот это красота! Вот такая бухта. Вот такие сады увеличила вам специально. Рядом море, представляете? Летом здесь вообще какая красота. Мне кажется, вот в этом месте только его дом здесь. Больше домов я не видела. А вот с этой стороны я сейчас подошла. Гранаты все испортились. Вот это дерево такое красивое. Вот это все его сад. Или его родственников, не знаю я. Какая разница. Пошла я, короче, вниз.